Привет! Пришло время заняться прессом, ведь плоский живот – это очень красиво. Я твой персональный тренер Ирина Фрейлах. Покажу, как это сделать. Тебе надо только начать. Эйвон и портал «Живи» вызывают тебя на спорт. Всего 30 дней. Сегодня 4-й день челленджа. Время пошло! Сейчас мы будем выполнять с тобой упражнение на пресс. Мы ложимся на спину, поднимаем ноги на весу, держим угол колена 90 градусов, руки за головой. Мы будем поднимать корпус и скручиваться в правую и левую сторону. Колени держи плотно сжатыми. Выполняем упражнение 20 раз и таких 3 подхода. И тогда твой живот будет плоским. Сейчас мы с тобой будем выполнять упражнение планка. Упражнение направлено на сильное и красивое тело, на укрепление мышц живота. Мы будем вставать на локти, локти точно под плечами, и выпрямлять колени. В планке мы с тобой находимся 2 минуты и следи за тем, чтобы живот был подтянут и поясница была плоская. И тогда наше тело станет красивым. Сейчас мы будем выполнять с тобой упражнение с фитболом. Будем подтягивать фитбол к груди. Мы будем прокатываться вперед, ставим руки под плечи и стопы у нас остаются на фитболе. Далее будем поднимать таз и подтягивать мячик к себе. Это упражнение позволит тебе сделать плоский живот и функциональное тело. Выполняем с тобой 10 раз, 3 подхода. И будь аккуратна, не упади с мяча. Заниматься дома легко. С дисциплиной и упорством ты добьешься результата. Увидимся завтра.